втором. Рома отстает на 4 очка. Обе команды. Пьянич. Ну вот это как раз проход и пожатие рук футболистов. Джерсон под 30-м номером. Он всего лишь в четвертом матче принимает участие. Здесь мяч в воздухе. Джеко потерял мяч. Вне игры. Джерсон. Он левша, работает на правом фланге. Но сегодня, в общем-то, это веяние моды. Казалось, завалили его. Но арбитр не... И в пользу Ювентуса. Отдал предпочтение тренер Ювентуса. Все-таки Дибало уже выздоровел. Джека отбил. На Ингалан принял мяч, закрыл корпусом, ушел еще дальше. И удар от ворот. Вот видно, что на Ингалан, на Манджукича мяч не дошел. Маркизио. Дерос. Неточный пас и уже атака. Стурара перед. Бразилец 25 лет. За 16 предыдущих матчах 1 гол, 3 голевые передачи. Хедира. Лихштайнером штрафной. Подача мягкая, заброс такой. И опять Игуаин подхватывает мяч. Вот оно, голевое чутье. Оказывается, в нужном месте. И подхватывает мяч. Манджукич атакует как бы первым. Линии. Стураро. Хороший пас в коридор. Это мира в России. Закончил выступать в большом футболе. Ему будет 40 лет. Техники не хватило. Джеко идет, закрывает мяч корпусом. Джеко преследует Киллини. Как хорошо, Стураро-то открылся. А здесь Хедира. Ворота Ромы забил Игуаин. Составы команд. Хозяева. И вот команды. Сегодня это самый главный в центре поля у Ювентуса. Ну, посмотрим. Не знаю, далеко ли он уходит. Это Стураро пытался пробить. Пиротти. На Ингалан. И он будет на месте правого. Действовать правого. На, вот сейчас он поднимает руку. Здесь правый фланг. Штрафной должен быть. Нет. Арбитр пал. Надо это использовать. Аут. Салах вводит мяч в игру. Де Росси. Стура. Стротман ошибся. Игу. На Ингалан. Стураро сейчас. Вот что касается технических элементов выполнения и сыграть в пас. Стураро с мячом. Джеко, нет, молодец, молодец. Ругани сейчас. Это стадион ему аплодирует. Перехватил эту передачу. Стораро, вот тут борьба. Молодец. Хелини. Нет, офсайда нет. Удар! И браво, щенсный, браво! Низом уже Стураро видел угол. И туда низом направил мяч. Хватить мяч, предвидеть, куда он полетит. Показывает режиссер. Значит, они, операторы и режиссер, уверены в том, что офсайда не было. А вот момент. И главное, как здорово подработал себе мяч. Да, под удар, смотрите, раз, два коса, и три, и низом, низом. Щенсный, 196 сантиметров. Как же он успевает? Стефан Эль-Шаарави вошел в игру под 92-м номером. До Джека мяч не доходит. На Ингалан на подборе первый, вновь он... Мяч этот берет, но вроде бы его не пускали к мячу. Перевод на правый фланг.
Салах пока никак не войдет в игру. Дибала пробивал. Манолас. Не надо отдавать. Неумышленная подножка. Старара уже есть желтая карточка. Но уже срывает атаку. Эмерсон точно на Ингалан. Нарушение не было. Манджукич. Удар. Вот еще раз смотрим. Пас на правый фланг. Штрафной. Или не желтая карточка. Нет, это Стураро. У него уже была желтая карточка. Стураро — это первая желтая карточка. Но вот еще Салах сегодня не в форме. Он хоть и вышел, но не заметил. Значит, еще не набрал. Стураро, пас направо. Квадрадо. Ну, полузащитник какая-то.